Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня утренний обзорчик акций, как обычно, выходные, и по идее должно быть сегодня дофигища интересных и новых плюх. Так, забрал бесплаточку, поехали посмотрим. С русского начнем, потом вернемся сюда для угадайки. Так, 1 плюс 1 есть, выращивай призы, неплохо, цветущие бонусы, донатное, магазинное безумие. В принципе, неплохо. Ну, по плюхам, конечно, до английского сервера очень далеко. А, так, разбей яйца. Сокровищница. Фига себе. Сегодня прямо они решили все совместить в одном. Ну, ледяха, землеройка, командора, в принципе, плюс. А, Алини опять есть. Тоже топовая акция. 85. О, настолочка есть. Нифига себе. Настолочка с бугичем, это, конечно, круто. Как обычно, один пазлик, ни туда, ни сюда. Забрали облик. Так, крутящееся колесо удачи. Что у нас на русском? Ни крыло, так и не поменяли. Уже можно было бы давным-давно что-то сделать, что-то поменять. Но есть возможность с крутилки. А, опять осколка. Что-то думал, целую продают, конечно, размечтался. Так, парящий, понятно. Смотрим, что у нас здесь. За один пак божество дешевеет, дуэлянты. Наборчик за один самоцвет. Ну, это однозначно плюс. Это однозначно на русском сервере плюс. Смотрим дальше. Накопление. В принципе, нормально, это, конечно, печаль. Так, дальше смотрим, что тут еще интересное. Наборы субботы. Так, ну понятно, в общем, ну, настолочка есть однозначно плюс. Так, поехали. Поехали пока на английский сервер. Так, что у нас тут? Winter Gifts. Вот шот карт, скин Мэри, супер пэт, лисица за полпака, талант титул, понятно, 300 кристаллов, 1000 пыльцы, 75к самоцветов, это неплохо. Так, это у нас этот олень, френзи пак такие остался, настолочка тоже есть, отлично. Три карточки смены. Так, орбы. Land for prizes. О, хамкамин. А, опять есть. Смотрим, что за плюхи. Раз, два, три, за три дня плюхи. Плюс за каждый год. Опять повторно решили запустить эту акцию. До какого числа? До 23-го, с 8 по 23-го, вот так вот. А для тех, кто ушли из игры, то есть можно старенькими аккаунтами понабивать плюхи себе на этот код. Ну, ой, не знаю, кому оно нравится, кто в это играет. Что они хотят вернуть, видимо, не особо много вернули. Нельзя 25 друзей можно. Вот можно код. Use your inviters code. А, это вообще. An invite inactive, неактивных. У кого сила больше 10к. И не логинились с первого. Ну, то есть я так понял, они это будут делать ежемесячно, что ли. Можно позаводить себе твинки, не заходить там месяц, потом забирать плюхи. Но опять же, это для тех, кто хочет этим заниматься. Так, опять же, у нас есть
коллекционер. Что-то его 2 раза в неделю уже вводят. Офигенные коллекционеры, на котором можно за роллинг вот такой вот получить. Офигенные, как по мне, плюхи. Так, дискаунт есть. О, замедление. Поменялся у нас дискаунт. У нас 20 монеток есть. Добавили замедление. СУ. 15 мешков зефира. 1200, нифига себе. 1200 йента, ребят. Это реально круто. Офигенно. Для суперпатов. Ну, я вам скажу, неплохо. Очень даже неплохо. Рунки, девятки, десятки. Причем цена, наверное, стоимость в одну и ту же самую цену. 6000 камней. Он. Бартик. Вот, довольно-таки неплохо. Такс. Окей. Поехали дальше. Посмотрим, что там у нас еще есть. Островок. Ну, остров не меняли, он такой же. Поехали немочку чекнем. На немке самое веселое, самое интересное. Это немочка. Я вчера показал. Мы здесь вытащили землеройку. Я, честно говоря, офигел. Так, что у нас на... Вот с 10 поменяют. Но посмотрите. 1500, 1500, 1500. Вот это реально круто. А для прокачки питомца 8000. Они угорают, походу. Ну, суперпэты — это самое основное. Так, тут у нас ничего пока не поменялось, судя по всему. Нифига себе. Они хотят сказать, что мы сумку забрали. Или это мне показалось, что сегодня Бурал Фокс на MX-10 есть. Да, тут больше ничего такого не добавилось. А, нет. Это, не, это мы оттуда получили. Перезайдем, посмотрим. Что-то мне показалось, Бурал Фокс. Для истинных фанатов немки реально делают кайфовые плюхи, кайфовые акции. Да, мешок лисицы. Нифига себе. Вот это подгон. Офигеть. Чик. Офигеть. Ну, спасибо. 10 осколков. По-моему, это максимум. Или 20. Нет, 10, по-моему. Или 20 все-таки максимум. Пожалуйста, ребят. Вот это немцы красавчики, реально. Такс. Поехали обратно на... А, еще Тайваньку глянем и пойдем на русский сервер. Открою вчерашний видос. Так, что у нас на Тайване? Это поменялось. Хотя тут обычно под вечер меняют. Это вчерашняя халява за один самоцвет. Накопление 60 плюс лис. Неплохо. Тут у нас ничего не поменялось. Все то же. Так, окей. Забираем плюшечки. Поехали обратно на русский сервер. Thank you.
Не буду тратить здесь самоцветы, перейду на... Хочу покопить, сделать еще одну эволюцию. Перейду на основной аккаунт. Так, поехали. Повытаскиваем спам. 10 я уже вытащил. Все, все есть. Ребят, кто хочет участвовать в угадайке, смотрите утренний. Ну, на стартовой страничке есть как участвовать. Там ничего сложного. Посмотрите видос, посмотрите, что ребята делают, и будете знать, как участвовать. Главное, не спамьте. А, так, с этим есть, поехали. За 450 арой 20 клопа. Ну, блин, вот реально, шансы на то, чтобы вытащить, получить барда, там, зефира, либо мэри, очень большие. Ну, конечно, надо офигенную удачу. Ну, ару никто не угадал. Циклопа, я думаю. И то циклопов тоже мало. Синяя циклоп. Циклоп, синяя палач. Циклоп, три циклопа всего лишь угадали. Ну, блин. Вот это мне нравится, когда вот реально каждое утро, считайте, уже давненько у нас леги утром падают за 450. И шансы вытащить есть, ребята очень рядом бывают. Но вот в этом и весь кайф, то есть утренняя угадайка чисто на удачу, каждый день. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.